И снова здравствуйте, Blender 2.8, и хотелось бы, чтобы вы не забывали, что под роликами по Blender есть ролики о ZBrush. И вся фишка в чем, что я хочу сравнить Blender и ZBrush. Оставляю ссылки под роликами, так что вы их тоже смотрите. Там стараюсь снимать ролики, именно похожие на ZBrush-овские, чтобы сравнить, как ту или иную деталь делать. Так что вы, пожалуйста, если интересуетесь моделированием, просматривайте именно ролики о ZBrush, чтобы сравнить две программы. Так вы поймете и ZBrush, и Blender как-то в совокупности побыстрее освоите две программы. Так, убираем вот эту вот заставку, щелчок левой кнопкой мыши. В этом ролике давайте рассмотрим, как сделать пружину. Тут фишка в чем, что много роликов просмотрел, и каждый делает по-разному. Ну, я выбрал свою систему, как мне удобнее. И постараюсь вам это все дело сейчас объяснить. Не знаю, будет понятно, непонятно. Погнали. Жмем Delete на клавиатуре, убираем куб. Следом заходим в Add Mesh и находим циркл. Двигать его не будем, просто делаем вот такие манипуляции. Не потеряйтесь. Жмем Ctrl-A и жмем Rotation Scale. Все, это дело мы нажали. Следом заходим. Так, давайте сделаем всему этому. Зажимаем R и X и жмем 90 на клавишах. Щелчок левой кнопкой мыши. Все, у нас вот установлена сфера, круг, вот именно на 90 градусов. Следом жмем табуляцию и переходим в Edit Mode. Находим гаечный ключ, находим Add модификатор и находим Screw. Следом вот здесь вот Screw метры. Давайте ее вытянем. Вы видите, как она вытягивается. Именно вдоль, да? Поменяем ось. Вот так все это дело происходит. Не бойтесь, все сейчас будет чин-чинарик. Нажимаем Move. И вот теперь можно вот эту вот всю штуку просто водить, чтобы она себя показала. Как и что тут. Вот таким образом. Опять же можно поменять ось. И увести, допустим, вот по этой оси. Вот так, видите, она тут сплющивается. Если уводим ее в бок, она изгибается вот так вот. Вот таким вот образом. Ну и давайте вот так ее поставим. И поменяем еще раз ось на X. Ну вот уже где-то пружина. И добавим ей ротации. Вот так выходит прикольная пружина. Вот поднимаете, вы видите, как она изменяет свой вид. Так, следом можно еще, наверное, ее сделать побольше, добавить ей вот этих штукенций. Вот так вот посмотрим по другим осям ее изменения. Вы видите, что по ось Z она плоская. Кстати, можно ее, если вот нужна вам квадратная какая-то спираль, то можно нажать, давайте E и вытянем ее. Вот получается вот такая спираль квадратная. Ctrl-Z, меняем ось на X. И уже у нас вот такая вот получилась пружина. Так, что тут ей еще можно сделать? Вот можно ее расширять, сужать, делать шаг ей больше, меньше. Ну и опять же, можно S нажать, ее сделать вот потоньше, потолще скайл. Вот таким вот образом. Давайте нажмем табуляцию, перейдем в Object Mode. Здесь можно ее немножко еще подкорректировать, подровнять. Ну и опять же здесь можно
немножко с ней еще поработать, сделать больше шире, добавить дивайдов, степ, шаг, ну и рендер. И вот так вот увеличить прокрутку Angel. Вот, уменьшить ее, увеличить. Вот такая штука. Под этим роликом оставлю ссылки на ролики по ZBrush. Принцип там такой же, как делать рога, как сделать там пружину можно. Все посмотрите, сравните, где проще метод, какой понравится и качество, опять же, деталей. Все, всем пока, до свидания.